Не совсем уверен, дошел ли я до середины игры, но в целом мы уже подходим, знаете, к тому моменту, когда раскрывается вся игровая суть, мне кажется, в Mortal Kombat XL, и мне это нравится. Мы уже достаточно многое узнали о большинстве персонажей. Например, я до этого момента не знал, кто такой Кунзынь, а оказывается, что он двоюродный брат Кун Лао, и это очень клево. То ли даже родной брат Кун Лао, я уже и забыл. Надо будет пересматривать свои видосы. Но самое главное, что он не сын, а брат. И это самое главное. Поэтому в целом мы постепенно узнаем персонажей и уже подходим к тому самому персу, за которого мне больше всего хотелось поиграть. И не потому, что в целом этот персонаж, мне кажется, хотя нет, он мне кажется хорошим. Поэтому, наверное, и хочу за него поиграть. Да, сегодня нас ждет Джакс Брикс. Вот тот самый, который с железными руками. Давайте посмотрим на него. Ах да. Всем привет, ребят. Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat XL. Просто небольшой ажиотаж, поэтому в целом забыл поприветствовать всех. Но все-таки мы начинаем. Отлично, игра загрузилась в этот раз достаточно быстро. Это ради Сони, мы одна семья. Вот поэтому я и волнуюсь. Знаю, со мной все будет в порядке. А ты береги себя. Поняла? Ты тоже. Люблю тебя. Конец связи. Конец связи. Тебе лучше или хуже? Сам не пойму. Трудно сказать. С ними все будет хорошо. Вопрос в том, что будет со мной. У нас хорошая позиция для перекрестного огня, но почему Куанчи путешествует обычным способом? Кажется, он не может использовать магию в полную силу. Он слабее, чем когда я ему служила. Сарина права, Шинок больше не питает его энергией. Он все еще Куанчи. Я знаю, ты согласился быть проводником и наблюдателем, но если захочешь, можешь взять за себя любую роль. Я не в форме. Хочу рисковать с успехом операции. При этом лысый круче меня. Он приближается. Я просто не понял, о какой роли идет речь, поэтому решил предположить. Вот он символ всего. Ладно. Все игры, наверное. Какая анимация у лошадей. Пошли! Мне кажется, те, кто из преисподней, пули не остановят. Вы уже пытались по одному пострелять, нет? Ну ладно. Ну ладно, ладно, лошадей вы пристрелили, окей. В этом, наверное, есть некий плюс. Воу. Дерьмо. Итами! Люкан, забей на лысого, убегай, пока есть возможность. Хотя, мне кажется, Люкану с его огненными шариками, в принципе, проблем особых нету. Метни в него шляпу, давай. Отлично. Не лезь, Джексон Брикс. Иди спрячься снова. Прятаться? Да, наверное, именно это я и делал. Ну чё, давайте попробуем. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, это первый удар только был. Вообще, насколько я понял, скорее всего на меня разозлился Кун Лао за то, что я назвал Кунзыня неприемлемыми словами, поэтому... А так как всё-таки Кунзынь брат Кун Лао, поэтому... Ну, Джакс, надо было немножко как-то посентиментальнее быть. Плюс его шапка, это, конечно, еще тот агрегат немыслимый, и я не знаю, что с ним делать. Вот он все время, блин, со своей шляпкой этой. Вот, даже сейчас. Вот даже сейчас. Но хотя на деле сейчас он не так ее швыряет часто. Либо он про нее забывать начал. Харе! Давай-давай, последний удар! Ну, Джакс! Давай, счет 1-0. Отлично, мы победили. Хорош. Джакс, я в тебя верил, типа. Я знал, что твои железные руки, они способны на многое. Да извиняй, Кун Лао, но я не специально Кунзыня обозвал. Он нормальный парень, как и все... Нет, как не все, ну ладно. Все нормально, буря, 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 отлично. Я рестлер, блин, вот так вот. Хорош, ВВЕ, все дела. Удар, лег. Хорош, давайте посмотрим на его X-Ray. Все, все, кости переломал.
Фух. Неплохо так. Это и есть победа. Так, стряхнул немного ржавчины. Согласен. Да куда он в камень же попал? Почему вы все обугленные это? С этой женщиной лучше в одной постели не находиться. Я знал, что я хорошо пошутил. Спасибо большое. Ладно. Но она сама засмеялась. Ни хрена, это что это у нее? А, это волосы. Я думал, ты она язык так высунула. Джак, за сиськи хватайся. Блин. Ерунда какая-то. С возвращением домой, Джексон Брикс. Это да, не мой дом. Тогда зачем быть таким дураком и возвращаться снова? Я должен защитить семью. Кончи воссоединил меня с моей семьей. Он сделает то же самое для тебя. На деле Джекс Брикс хороший персонаж, просто я немножечко еще пока что не понял его, скажем, того самого потенциала, который в нем есть. Я уверен, в этих железных руках заложено очень много. Интересно. А как у него правая работает? Блин, мощнее, наверное, чем левая. Давай, 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 правый гаси, правый гаси. Я понял твой потенциал, Джакс, у тебя получится. Гаси правый, у тебя железные руки. Хорош, вот. Видите, сразу руками, когда бить начинает, пробивает черепушку. Блин. Во, удар, последний удар рукой, и все, мы победили. Давай, отлично. Хорош, не просто так тренировали ее 40 лет. Вот так вот. Да блин, почему я перепрыгиваю, а напервые меня урон наносит? Я так же хочу. Джакс, давай быстрее будь. Не будь таким это, медленным. Хорош. Так, по лицу. А, блин, она меня околдовала. Женщина. Хорош. Отлично. Блин, почему-то она падает сразу. Это типа специально? Специально, да, типа, женщины, все дела. Один удар, ноготь сломала сразу. Ай, больно. Ладно. Хорош, все. Схватили ее, вот так вот. Проблем нет, мы победили второго персонажа. Изи. MLG. Я совсем даже забыл про это. Куанчи тебе не поможет. Она мацука. Это я не ругнулся, если что. Он сам сказал. Китана, ты можешь освободить от Куанчи. Я помогу тебе. Кабихань, когда ты слишком близко сошлась с Биханом, позволил чувствам осквернить тебя. Чувства освободили меня. Какие чувства, они что, эти? Нестандартная ориентация, все дела. Ну-ка, Джакс, иди помоги. Тут темная императрица взбушевалась. Я не понимаю, Китана, мне так стыдно за то, что я здесь творил, а тебе будто нравится быть исчезем. Меня это устраивает, я больше не жертва. Неплохо так. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, но это не способ заявить о себе. Ну ладно, ассасин, не темная императрица, один хрен. Так, погоди. У меня тут это, рестлинг, все дела. Я люблю вот стульями бросаться. Где стул? Отличный. Хорош. Вот он, получай. Это так выглядит угарно, кстати. Я пытаюсь взмахнуть, она пытается взмахнуть, и никто не дотягивается. Ты чё и веерами своими не швыряешься? Это странно. А, блин, голову проткнуло. И горло. Получай. Нежданно-негаданно. Хорош. А, нифига, нифига, нифига. Вот так вот. Во-во-во, чуть-чуть такое. Откуда у тебя X-Ray, женщина? Когда ты уже успела накопить? Нахрена.
Половина здоровья — это еще не потеря. О, нифига себе, запрыгнул на меня. У меня дочь и жена, сволочь ты. Ладно, запрыгни еще раз, я не против. Хорош. Вот так вот. Куда ее голову засунуть-то хотел, Джакс? Вот я не знаю, что за игра, написано 16+, но серьезно, не 16+. Что-то здесь не то, определенно. Я все-таки верю, что для тебя не все потеряно. Матерь Божья, многие из нас убиты, остальные ранены, а наши друзья, удача отвернулась от них, они сбежали. Как вы-то сами? Все нормально. Так я и думал. Куда ты собрался? Хочу изловить колдуна. В одиночку? Ты погибнешь. Мне не впервой. Сейчас 10 лет назад, да? Или нет? Я ошибся? Нет, ты заметно слаб. Уверен, что сможешь освободить Шинока. Я точно знаю, что справлюсь. А Девора? Ты уверен, что она справится? Она принесет амулет ко мне. А я буду ждать ее. Джексон Брикс. Какой приятный сюрприз. Ничего приятного, я вообще-то Джакс. Хотя это одно и то же. А, блин, снова клавиши. Я уже готов. Ни хрена подобного. Икс. Косой какой-то. Отлично. Игрик сейчас что ли будет? Да, я угадал. Косой. Кончи охреневает, по-моему, типа. Че за ерунда? Б. Отлично. Игрик. Хорош. Вот так вот. Ты знаешь, есть кое-что хуже, чем смерть. Ничего не знаю, я только что все твои шарики отбил. Лег, первый удар за мной. Хорош. О-о-о, мальчик, блин. Хорош. А можно еще одну? Ву-ву-ву-ву. Спокойно. Да тихо ты, блин. Расслабься. Иди сюда, тут молот гнева. А, блин. Это священный удар бы был для тебя, мне кажется. Люкан, почему ты отбил его? Типа амулетом, молотом, точнее шоукану нанести урон. Это ж круто. Не-не, последний удар. Счет 1-0. Так и было задумано, так и было задумано. Все нормально. Там что, еще один новый Джоник вырос? Блин, да что ты все отбиваешь, все удар мой, ты охренел? Вот так я и побеждал ассасин Китану. В прошлом бою. Не, ну ты какой-то другой, ты посерьезнее будешь, я понял. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, все мы ошибаемся. Да хоро прыгать на мне. Да блин, почему все на мне прыгать хотят? А этот еще и бьет, блин, без остановки. Я понял. Короче, мы прыгаем, хоп, удар. А теперь мы, оп, прыгаем, хоп, удар. А теперь мы прыгаем, хоп, удар. Все, я понял его. Я его прочел. Надо прыгать, прыгать, а то он сейчас снова свои кулаки будет использовать бешеные, я же говорю, блин, прыгай. Вот так вот. Вот так вот. Хорош, прыгаем, прыгаем и прыгаем. Вот так вот, готово. Фух. Вы думали, не справлюсь? 2-1, без проблем, с первого раза. Ну, изиш, просто изи. Хотел бы я тебе помочь, Люкан. Так, кончи. Джак, зачем же так грубо? Хватит болтать. Отлично, забираем его. Приятно вернуться домой. Сейчас фоткает в инсту, выложит Кенши, я его сделал. Отлично сработано. Я останусь здесь, Девора уже в пути. А ты доставь кончи к Соне. Она развяжет ему язык. Глава 9, Скорпион. Воу, что-то это слишком быстрая серия, я не знаю, либо все стало гораздо короче, либо что, но главы, они просто быстро идут, вот мельком, заметили? Я на это обратил внимание, например, с Такедой 16 минут, я не знаю, сколько получится с, получается, Джаксом, но мне кажется, и того меньше, в общем-то, да, в принципе,
Как-то все очень-очень быстро проходит. Либо я начинаю быстрее побеждать, что маловероятно, но все-таки. Либо главы стали гораздо короче. Но все же, следующим нас ждет Скорпион. А пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!